Ну, конечно, естественно, я угадал. Они телепортировались не домой. Написано несколько моментов спустя. А что, это дом? Конечно, нет, это какой-то лес. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Рязанов Матвей. Я приветствую вас в 13-й и одновременно завершительной серии с прохождением 4-й части мультивселенной. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если ее еще нет, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать много новых интересных видео на канале. Ну а я уж не буду тянуть, и давайте начинать. Собственно, в этой серии мы с вами завершим события, закончим комикс, выиграем значок с сундуком. Ну и начинаем. На любой вкус. Ну да, действительно, что хочешь. Хочешь 80 лампочек, хочешь 220 синих, хочешь 165 сердец. Вообще замечательно, нет еще Бэма, но почему бы и нет. Еще и желудей сюда всунули, ну прям вообще замечательный уровень. Я такие люблю. Здесь, скорее всего, синее самое сложное, хотя не факт. Могут быть еще сердца сложными. Ну, все, что хочешь. Ну, лампочки, скорее всего, нет. Здесь лампочек немного. Ну, плюс эти вот фейерверки сейчас тут взрываются. Динамит в хорошем месте. Ну, что это за бред? Здесь все время один ход с одной стороны. Здесь нужно Мигеля активировать, чтобы он хоть что-то разбил. Динамит это все расчистит. Хорошо. Здесь нужно от йодер избавиться. Очень мешают и напрягают. Вот реально. Мигель в центр, да, съедет. Хорошо, что в центр. Но нужно тут сердца, я еще не так снял. Ну, конечно. Двух сразу снимаю. Мигель. Ну, давайте вот здесь. Все равно этот синий снимется. Хорошо. Здесь нужно сердцами. Сердец много надо. Ну, конечно, и немало синих. Но синие хотя бы с конвертером делаются. Хоть как-то стараются делаться. Сейчас минус ведро и минус еще ведро. Минус два сразу. Ну, да. Намного легче стало, и минус это еще снизу. Но это как-то не помогает игре. Здесь нужно вот снизу рвануть. О! Вот сейчас хотя бы что-то тут расчищается. Минус еще ведро. А нет, сейчас оно не минусанулось. Жалко. Но сейчас минусанутся два. И я вот тут снимаю синим. И минус еще одна, да. Тут наворотили уровень. Здесь мне раза ходов не хватит, к сожалению. Скорее всего, раза так с два нужно тут ходы брать. Но тут нету чисто места для съема конвертера. Вот реально. Ну, сердца уже все. Здесь, в принципе, ясно, что сердца все. А синий вот совсем не все. Ну да. Тут, конечно, веселенький уровень. Еще нужно минимум раз взять ходы. Но это, конечно, минимум раз. Если еще не два. Тут вообще ходов не хватает. Ну хорошо, вот он сейчас сюда упал. Второй раз ходы. 27 слитков на один уровень. Это ж нормально, да? Ну сейчас уже все, хватит тут ходов. Ну реально адский уровень. Нафигали этих ведер непонятно зачем. Множество синих. Сердца. Нет Бэма. Ужаснейший уровень, не рекомендую. Минус 26 слитков. Слиток я еще один выиграл. Но комикс зато выиграл. Этот уровень выиграл. Что у нас в комиксе? Мигель, значит, на эту сферу, на этот орб налил зелье.
и Трилл ему сказала: «Вернемся назад домой». Но мне-то кажется, что они не вернутся назад, но куда-то их снова закинет в какую-то другую мультивселенную, уже к другим героям. Ну, Бэм, конечно, есть, но вот разработчики странные. Здесь цель — распространить прибыль. Где, скажите мне, Мигель? Если с ним эта цель делается легче всего. Правильно, его нету. А, ну тут атомные слизни, да? Естественно. Замечательно. Чили. Надо его сразу убирать и вот тут взрывать. Сразу снизу. Есть хрустальный шар для снятия чили. Объясните мне, зачем он тут, если чили вываливаются чисто с порталов? Ну вот реально, зачем? То есть, ну как бы смысл от него, если чили вот так регулярно не вываливаются? И то, даже если они вываливаются с портала, они вываливаются не каждый ход и не из каждого еще. Но эта штука зачем-то тут есть. Слизни и плитка самая сложная тут. Хорошо, этот минус. Ну, пирогам ясно. Морошка, в принципе, сейчас, скорее всего, да, их и сделает. Давайте вот тут я клетку сделаю. Здесь уже рвану. И портал, да, естественно, сюда. С плиткой разберусь с одной. Сюда и минус слизень. Здесь снова не хватит ходов. Ну, конечно же, сюда. Чтоб я портал вот этот с плитки не снял. Нужно тут, очевидно, снимать. Здесь сделать. Плитка слева висит. И слизень. Но слизень тут, в принципе, сделается. Ну, конечно, что они могли сюда еще впихнуть? Чили-перец, логично. Держи свои 10 слитков и иди уже отсюда. Я не хочу тут мучиться. Ну, во, хода не хватило. Что это за уровни? Ну, бредовые уровни специально сделаны, чтобы вы тут растратили все свое золото. Плитка с бутербродами. Если честно, мне уже эти уровни настолько надоели. Особенно вот эта их однотипность в плане, что, ну, одни и те же цели. Или сердца, или бутерброды, или плитка, или лампочки, или пчелы. Ну, нет никакого разнообразия, там, сов, или пляжных мячиков, или чего-то еще. И практически все одно и то же. И плюс еще вот эти непроходящиеся сложные уровни с нахальными выбрасываниями чего-либо. Вот, или бутерброд как-то нахально выпадет. Или сейчас объедет, что... А, не, ну сейчас ход есть. Но бывает, что объедет еще хода не будет. Реально. И чуть ли не минус 200 слитков за одну мультивселенную. Еще вот так выкидывают бутерброды, как я ненавижу. Особенно обидно за минус 200 слитков. Ну, практически там. Сюда. Здесь еще и плитка сложная. Мигель надо. Ну, давай, расчищайся. Да, дела не очень. Нужно Бэма, скорее всего, взрывать, но я же его сейчас не смогу взорвать. О, вот сейчас смогу. Он так неплохо расчищает. Хороший ход, в принципе. Хорошо, что Морошка этот заряд собрала.
И теперь вот нужно думать, что делать. Ну, скорее всего, фиолетовый тут снимать, чтоб... Мне выкинуло... Ну, бутерброд вывалился, хорошо, его сразу стукнуло, это все убрало. Сейчас сразу следующий выкинется. Мигель сюда. Ну, мы Мигеля банка вообще не в тему. Вот специально же выпало, чтобы нагадить, реально. Ну, бутерброд уже все, он же уже был на поле. Зачем ты вываливалась вот еще эта банка? Зачем? Черная бомба. Ну и толку, все равно это не пройдется. Мигель тут нужен справа или слева, или Трилл сейчас еще, ага, ну Трилл не нагадила. Ну тут очевидно нужно делать в первую очередь. Здесь, скорее всего, да, во вторую, чтоб Мигель съехал. Да, и Мигелям сразу все эти нижние делаются. Не хочу этого видеть. И остается чисто эта верхняя. Главное, чтобы Мигель сейчас не справа кинул. Ну или просто ход совпал. А, ну тут два сразу. И ход совпал, и Мигель выкинул. Ну конечно, если разработчикам заплатить 10 слитков, непонятно, что еще может случиться. Я в огроменном минусе там, в общем, уже... Я за эту серию ушел непонятно в какой минус. Ну, короче, в минус 40, скорее всего. И невозможно оторваться, действительно, от вашей мультивселенной невозможно оторваться. Ну, босс не сильный, ну, посмотрите, как все это закрыто. Ну, блин, все в этих желейных изгородях. Всего-то две ракетницы. С портала Чили Перца. Зарядов для Бэма, скорее всего, не будет. Но, во-первых, хорошо, что не сильный босс. Во-вторых, хорошо, что синих еще немного. Хоть думать об этом не надо. Окей, здесь. И Лапалеончик сейчас заезжает. Нет, нет, не заезжает. Ну, тут хотя бы им расчистить. Отлично, тут ракетницы соединены. Можно, в принципе, сразу это взрывать. Тут нет разницы. Отлично. Снизу это все начинает расчищаться. Дина хорошо. Конечно, сюда Живун. Дина, кстати, вообще идеально выпала сейчас или нет? Не, ну неплохо. Неплохо. В тот раз лучше. Но сейчас неплохо. Она тут расчистила слизь. И Трилл. Ну, Трилл мы вот рванем однозначно. Сюда. Хорошо, тут еще расчищается. Ага, не помешал ты мне. Нужно, наверное, сначала эти ракетницы активировать. В смысле, эти фейерверки. Чтобы они вдвоем отстрелялись. Все, сейчас взрываю Бэма уже. Наконец-таки. Есть морожка. Есть вот здесь ход хороший. Морожка еще одна. Но проблема уже с боссом. Чили, это хорошо. Сделай. Ну не тот пирог ты делаешь. Сделай этот верхний. Наконец-то с ним разобрались. И с боссом я разобрался. А, ну так все. И, в принципе, выигрыш. Ну, конечно, на последнем уровне я не купил ходы каким-то чудом, естественно. Аллилуйя, это закончилось. Невозможные растраты слитков закончились. Все это закончилось. Кстати, мне нужно, в принципе, где-то два события выиграть. Два события. Я даже растраты не окуплю за это событие. Около 200 слитков тут вышли растраты. Но главное, что я это выиграл. И комикс. Ну, конечно, естественно, я угадал. Они телепортировались не домой. Написано несколько моментов спустя.
А что, это дом? Конечно нет, это какой-то лес. Да, ясно, все, следующая часть нам обеспечена мультивселенной, следующие растраты нам обеспечены, но хотя бы я выиграл этот драгоценный значок. Бум! Четвертый к ряду, и нам обещают еще два, и я надеюсь, на этом эти алчные события закончатся. Ну, потому что если нет, я в них уже играть не собираюсь. И вот я еще два терплю, если в дальнейшем разработчики начинают издеваться и выпускать еще непонятные части мультивселенных, все, я пас. Но эти две еще явно выиграю. Ну, в общем-то, все, мы с вами выиграли абсолютно все это событие, отмучались вместе. С вас обязательно лайк и подписка на канал, если ее еще нет. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую часть мультивселенной. Ну а с вами был Рязанов Матвей. Всем до новых встреч и пока-пока.